посвятит врачам балладу. Таким образом, маэстро Николай Бадгрос хочет отблагодарить тех, кто спас его жизнь. Скрипач и дирижер несколько месяцев болел коронавирусом в тяжелой форме. Сейчас он создает композицию и планирует осенью презентовать ее всем оркестрам Лаутари вместе с видеоклипом. Репетиции и отработки маэстро проводит в Национальном дворце имени Николая Сулака. Николай Бадгрос рассказал, что идея создать балладу посетила его в больнице. «Баллады имеют большой резонанс, потому что сегодня немногие композиторы их слагают. Хочу поблагодарить этих людей, которые стояли у моего изголовья и сделали все возможное, чтобы я сейчас мог говорить с вами и сказать, что люблю вас». Артист говорит, что немало продвинулся в реализации творческой идеи. «Эти вещи не происходят за один день, когда мы этого хотим. Понимание того, как должно быть, приходит, когда кто-то направляет нас сверху и говорит, что баллада готова». По словам дирижера оркестра Лаутари, баллада будет посвящена всем врачам Молдовы и Румынии. Клип снимут на собственные средства. Маэстро заразился вирусом в конце октября. Несколько недель он провел в реанимации. Сейчас артист восстановил здоровье и обещает, что оркестр снова порадует публику концертами.